Сейчас, сейчас. Это елки зеленые. Внимание, внимание, это самое, тут горит... чрезвычайная ситуация сейчас. What is this place? Что это за место? Как я попал сюда, не помню. Не помню, кто я. Блин, да я даже не знаю, кто я. Здесь очень холодно. Слишком холодно, я замерзаю, но нужно на как-то обогреть это место, или я замерзну насмерть. Так, а что тут у нас есть? Тут нету питания, короче. Функция отключена. Да, там нет питания, это самое, да, то, видимо, я не могу, это самое, говорит. Решить тут ничего. Так, о господи. Так, а здесь что? Так. Источник запасного питания расположен, говорит, он снизу. Это самое, не включайте те без лишней надобности. Это самое, иначе может произойти перезарядка, типа это самое. Интересно, что там снизу? Так, давай откроем что-то. О, запустилось.
становится теплее, но все еще слишком холодно. Там не нужно на как-то там согреть себе. А, так, сейчас. Ага, это бег. Так, а это что? Костюмы. Так, не открывается. Есть он. Так, это что? Так, что здесь? О, здесь курточка. Отлично, нам теперь я не замерзну насмерть. Так, и чип, короче, памяти найден. Получается, это самое. Я микросхема памяти, возможно, пригодится. Робот какой-то есть. Небольшой робот. А можно ему? Тут есть маленькое отверстие. Так, то похоже, микросхема подходит в разъем, говорит. Ты что такое, разговаривать не можешь? Но ты же меня понимаешь, так ведь? Ты пытаешься сам мне что-то сказать? Ты только можешь что-то пикать? Ага, пип-пип тебе тоже. Отличный разговор. Ладно, только не обижайся, я знаю, что ты не виноват. Ладно, что скажешь. Вообще-то, та компания мне не помешала бы. Так как же тебя назвать-то? People? Why not? А чё бы нет? Ну, Пипа тогда будешь. Рад познакомиться, Пипо. Так, у меня теперь есть Пипо чат. Раньше Пипо у меня не было, теперь есть. Аллилуйя. Так, ну и что мы тут? Разобраться надо. Да, как мы попали сюда и что это вообще за место такое? Что ты там нашел? Что такое? Думаю, почему я спал здесь? Так понимаю, нам сюда. Это должно быть заперто с той стороны. Оу! Так, ага. Тут просто то управление немножко необычное, чё-то надо разобраться. Возможно, на питание у нас тут заработало... Ладно, ком же, наверное. Дополнительное питание запущено. Ведутся восстановительные работы. Я Я тут не разберусь, опять же, может, ты попробуешь? Пипа? А, я понял, короче, R1 это за Пипу играть. Так, получаем доступ. Так, открытие дверей, получается, информация об организации. Показываем информацию по выбранному организму. Ну ни хрена себе, у меня так все-таки имя есть, говорит. Раз Гарси. Программа... Оживление я была изменена из-за непредвиденной ситуации. Они меня, короче, планировали ли держать в заморозке вечно, говорит, если бы
ну, получается, это если бы не чрезвычайная ситуация, то так бы и лежал тут. Так. Окей. Так. Заперто с той стороны. Так, погоди, там пипаш открыл нам. Разве не открыл? Ага, восстанавливаться. Значит, да, искать другую надо. Дверь вот эту, наверное. Мы такие разрушения, говоришь, что... Интересно, что тут произошло? Тут на трещине не что-то есть. Тут не могу дотянуться. А пипа может? Так, мы нашли серебряную ключ-карту. Передать ее можно как-то или... Так, ничего нет. А, он прыгать вроде может, но... Я не знаю. Так, а если я сюда залезу? Ага, он запрыгивает. А, автоматически. Ну хорошо, тогда порядок. Что у нас здесь? Так, это кровь. Да, это кровь, тут что-то случилось. Лифт. Интересно, работает еще? Да, ну, похоже, мы в подвале каком-то, не знаю, что хуже, замерзнуть или быть типа погребенным здесь. Почему, говорит, тут вообще тут? Это самое, говорит, больше шага, говорит, идти некуда, да, но так, чтобы меня это устраивает. О, ёлки-палки. О, блин, ну вот же ты. Ужасная смерть. Что это, заболевание какое-то? Кошмар какой. Так, и что, ну... Но перед тем, как, наверное, подниматься на лифте, я думаю, нам надо сейчас обойти эти коридоры. Что такое? I don't understand. What do you want? Я не понимаю, что ты хочешь? Ну, почему в лифте тебе был труп? Допустим, зайду. Так, не работает, короче, пипа. Так, если... Невозможно открыть. Ага, то найдена записка. Как передавать записку? Как передать записку ему? Ага, это 91, это коды какие-то есть, чат. Ну куда их водить, только вот это вопрос. Никакой реакции нет. Хорошо, пойдем назад.
никакой реакции. Думаю, тут сейф хотя бы надо сделать, что это, но... а то что-то как-то не очень. Но перепрыгивать он не может, я нажал, да? Прикольная музыка, как для PlayStation 1, это, конечно, прям мощно. Под лестницей что-то есть? Не, походу нет. Так, ну остается подняться только. Откроешь? Хм. А бляха-муха. Назад вернулся. Ага, я понял. Короче, с этой стороны не открывается, но дорога назад у нас почему-то есть. Давай сходим налево. Погоди, я тут вообще не был. Хм. Странно. Вроде бы ж, похоже это. А что если это муз... А не. То я гонять уже начинаю. Что-то там услышал. Что такое? Шо пипа? Ага, у нас получается отца предметы общие на двоих, я так понял. Ага. Так, сейчас заметка-то нужна. Неправильный пароль. А, понятно. Выйти, короче, это со мной экзит надо изначально. Там сейчас он пипа там уже накручивает. То я понял, записка. Это самое. Это хотел бы вспомнить пароль. Так, вот пароль. Так, сейчас тут. Давай, запишу. Какой-то из трех, наверное, подойдет. 91 861 16 819 или же 61 891. Так, окей. А ну-ка, давай. Так, 91 861. Неправильный пароль. Давай еще раз. Так, 16 819. А, бляха-муха. А, тут нормально. На стирать можно, я уже подумал, все.
Так, 16819, а ну-ка. Incorrect password. Неправильный пароль. Please enter again. A son of a bitch. 61. 891. Password accepted. Пароль принят. Disengaging door lock. Отключаем замок. Прокатило. Угу. Так, сейф, наверное, сделаем. Непонятно, о чем-то закончится. Сан читала когда-то, что игра очень сложная на самом деле. Местами из-за управления, местами из-за головолома. Говорит, это там довольно мерзкая штука. Оу, щи. Они все еще живые? Что это, говорит? Это мерзкая штука. Почему они здесь? Так, а можно натолкать? Я могу толкать эти контейнеры. Ага, я понял. Пипа! Ни хрена, он мощный опять контейнер заталкивает, слушай. Прям совсем. Такими темпами мы отсюда выберемся в два счета сейчас. Так, может быть, надо как-то залезть на контейнер или типа того, или что. Так, или... Так, сейчас я не могу. Я не могу. Ага, можно толкнуть. Все. Я уже думал уже. Уже все, уже пипо. Так. Так, ну если толкать, то... То что мы толкать можем? Понятно, что можно. Так, пойди, в сторону можно? А в сторону можно как-то, не? Сейчас. Угу. Нельзя, короче, ни хер. Так, тогда надо что-то делать. Что делать? То, наверх я ж запрыгнуть не могу и... Или могу? Так, а Пипо не проедет там в щель? Нет? То, не, он не может проехать. Так, тогда, наверное, все-таки зря начал так. То давай тогда вернемся пока. Я надеюсь, у нас сбросится ца головоломка, опять же таки, сейчас. А когда мы зайдем... Походу надо начинать с других вещей. А, тут еще и камеру менять можно, ни хрена себе, слушай, ну... Да с таким раскладом нормально все туда. Так, ну погоди, нас заталкивают сюда. Я не знаю, тут какие-то ящики есть. Так, сюда, кажется, он карточка. Подойти может. А ну-ка, можно сюда? Тут не получается, не открывается, говорит. Открывается так, а если вот так? Сейчас. А, блин, управление. Но Пипа нам говорит опять-таки, мол, типа, похорош, молодец. Но мы что-то насовали. Не пройдем сюда, походу. Ну. Даже если ли толкать... А, тут три режима камеры, ни хера себе.
можно вообще от первого лица толкать. Да, слушай, назад заталкиваться, отлично. Походу, я смогу пройти. Была такая игра еще на телефонах раньше. Про ящики. Так, ну допустим. Так, а ты что нам скажешь? Так, не, так нельзя, да? А, так, а что ж тогда нам? О! Получается. Не знаю, как это работает, но то, наверное, из-за кривизны там игры что-то получается цаться начинает. Ну, допустим. А ну-ка. Whoever built this place had a cruel sense of humor. What's the point of switches that you can't switch? У того, кто это построил, говорит, это самое жестокое чувство юмора, говорит, это какой смысл ставить тем переключатель, который там нельзя переключить? Не могу разобраться, говорит, он слишком непонятно, говорит, все. Так, а если пипа? People! А ну-ка давай ты. Нажмешь? Так, питание выключено. Что ты сделал, Лапипа? Ты что там выключил? Есть. Так, а если так, то откроется что-нибудь здесь? Так, нет, тут опять на картах все. Ну, это самого. Он взял питание, выключил, а что? А что нам делать? Не могу разобраться, говорит, ну слишком сложная штука. Так, и как нам теперь быть? Назад не выталкивается уже. Мы себя в ловушку загнали, что ли? Возможно, нет. Так, он что-то выключил, взял. Ну, прокатило вроде, ладно. Да я думал, уже правила тут совсем тяжелые. Кажется, нет. Так, ну что-то выключили, питание там где-то вырубилось. Но зачем это питание вырубилось, это вопрос. Что ты пищишь? Так, что-то пищит, так не понял. Ну, я понимаю, конечно, что пищит он на тех вещах, он которые можно как-то или сдвинуть, но или потрогать, или что-то еще. Ну, допустим. А было ли что-то здесь? А я не могу подвинуть ничего. Так. У меня режим камеры сейчас. Ну, кажись, можно. Можно сдвинуть, но... Так, кажется, тут ничего нет, что-то. Так, ну не знаю, тут ничего нет. Здесь ничего нет, значит, карточки наши не подходят, я не знаю, это видимо... Видимо, тут делать нечего, наверное. Выключили свет, а зачем? Тоже отдельный вопрос. А, то теперь питания нету, еще лучше. Так, а если обратно? Так, а ну пипа давай ты.
есть питание. Так, допустим, обратно к дверям подойдем. Так, если ты, нету питания. Бляха-муха, а в чем тогда смысл был? Мы что-то выключили, но зачем? Так что делать вообще с этим всем? Это голова вапа, это вот покрыта плесенью, говорит, то самое. Это лифт не работает. Опять же, минуту назад еще он шевелился. Не работает пипом. Хорошо, не работает, значит, мы застряли на этом этаже. А раз так, тогда надо, в принципе, действовать. Исходя там из того, что мы имеем, как бы, я не знаю. Там свет выключается, это самое. Зачем нам свет вырубать, вот это вопрос. Так, должно быть, и произошла какая-то, да, катастрофа, говорит. Кстати, чё, я извиняюсь, я ж не поменял этот самый, блин, господи. Не поменял категорию. Ёлки-палки. Ну, кроме двух лестниц, у нас тут ничего нету, опять, по сути, поэтому... Наверх... А, погоди, прыжок. Этот самый, там же ж... Робот говорил, это самое, возможно, на получится спрыгнуть. Не понял, вы застряли, что ли? Что происходит? Так, заклинило, походу. Так, ну давай еще раз. Что если с разбегу прыгнуть? Так. Должен быть, говорит, он способ перепрыгнуть, но даже с разбегу это самое у меня не получится. Ну да, короче, никак. Thank you.
Я в замешательстве. Но опять же таки, мы нашли пароль. Мы раскрыли ли двери, опять-таки, а зачем? Вот. Почему, говорит, он спал здесь, я не помню. Тут 0 градусов, говорит, сам, конечно, морозит дикий, но с пуховиком типа выжил. Так, ну еще раз сюда зайдем. Возможно, я что-то упустил, не знаю. Так, невозможно открыть. Так, здесь ничего, а тут что? Невозможно получить. О! То, я нашел диктофон, вот оно что. Тут не было ничего, оказывается. А ну-ка. А, используется для загрузки или сохранения игр. Даже так. Допустим, сохранится. Любопытный момент. А если бы не нашел, то так и бегал бы на сохранениях этих самых, да? На быстрых. Лол. Короче, осматривать на... Надо походу все абсолютно это самое. Да, то, даже если кажется, что то там нет ничего. То не знаю, посмотреть их то не надо, ничего. В этот раз уже присматриваться буду полностью к происходящему. Похоже на компьютерный зал какой-то, говорит. Ну что там внизу, говорит. В целом, конечно, то, что тут целых внутри режима моя камера, я бы сказал, это мощно довольно. Так, направо не пойдем, давай налево еще раз промотнусь. Что там находишь? Они, по-моему, пипа. Пищит он, там пищит опять, как будто что-то нашел. Я не знаю даже. Ну, допустим, ладно. Там просто там вроде как не выделяется, са ничего, непонятно, когда он пищит там по делу, а когда нет. А, так, допустим сюда. Или я уже перепутал и не туда зашел. А, это к лифту, походу. Бляха-муха, это клифт, чё. Так.
А раз так, то да. Ну постой, конечно, такие. Как получилось, что я... Коридоры похожи очень друг на друга. Что такое, Пипа? Что там нашел? Никакой реакции. Ладно, поехали за него. Короче, он быстрее мотается. Тут мы так долго будем. Так, снова вам сюда вышли. Нет, так не пойдет. Давай назад. Получается, я все-таки провтыкал, наверное, проход. Тут где-то лифт, а где-то не лифт. Вот тут два похожих он коридора было, как бы это самое, если посмотреть на все это дело. Но тут у нас точно, на по идее, лифт, это самое, насколько понимаю. Поэтому в этот коридор мы ходить не будем. Да, тут лифт. Все. Раз так, тогда поехали дальше. Так, и тут закрыто было, да, у нас невозможно открыть. Все, вот это там то место, где мы свет выключали, но зачем его выключать, вот это вопрос. Давай я попытаюсь еще раз. Так, стоп, я питание подал, типа. Возможно, это питание на лифт. Я думаю. Допустим, я попробую на лифт сейчас. По-другому вот и выходить особо некуда, как вот, если так уже посмотреть. Если это лифт, значит лифт. Невозможно открыть. Чего, блин? Никакой реакции. Почему лифт не едет, опять же таки? Я только что ж ехал. Так, не работает. Не работает. Не, ну этицкая сила, ну что за? Ну даже если выключим сейчас, опять же таки, какой смысл питания выключать, если этот самый? Что у нас еще запитывается? Капсула запитывается, это, ну... Ну, там уже мы посмотрели всю информацию. Я не понимаю. Ну, в принципе, эта игра как бы... И известна тем, что то тяжело проходится довольно, поэтому... Возможно, нам где-то покопаться понадобится, либо гайды почитать. Выключил.
Что выключилось тогда, вот это вопрос. Что мы ищем? На полках ничего нет, опять же таки, ящики кин двигать, ну, ну по сути бесполезно, потому что здесь особо нет то ни хрена такого толком. Ничего. Допустим, я попробую там третью эту. Сейчас. Я попробую вот сюда сейчас. Там. Да ё... Там не сейф, нет. Нет. А, господи. Затупил. Ну, наконец-то, господи. Вот что там, ну что здесь? Лазерный ножик. Лазерный нож, говорит, это самое, это та штука, когда достаточно острая, чтобы отрезать металл. Так, раз так, значит, что мы можем не резать тогда? Так, если еще какие-то кнопки нажимать, ничего не меняется. Вроде как нет. Что мы тогда резать будем, тот вопрос. Так, небольшой сейф здесь. Получится ли ножиком разрезать? Так, нет. Бесполезно здесь. Так, стоп. А в эту сторону что? А, еще и в эту сторону пойти можно. Етить, колотить, чат. Камера так показывала, что я даже и не понял, что там что-то есть. Думаю, что ты тоже же не захочешь он прыгать. So you want me to go first, huh? Ты хочешь, чтобы я туда, да, первым сиганул? Нет, туда я точно на не запрыгну. Это самое, должен быть какой-то там на другой способ перепрыгнуть. Так, еще какие-то двери есть что-то. Ну хорошо, продвижение пошло, конечно. Воу. Такая жопка чё-то. О бой, что ж вы делаете? Статуя парит в воздухе. Но как такое возможно? Так. Похоже на тяжелую горе статую, но как она здесь вообще летает? Так, а если ты нажмешь пипа, то можешь нажать? Тут невозможно получить. Кажется, сломано. Так, что-то есть? Ты что-то видишь там, Пип? Ты чё он? Разошелся. Чё там у тебя? Та же самая история, ну и что ты?
Чё ты мне мозг паришь, блин, пипо? Оуф. Так, ну 24 градуса, конечно, что-то там тепловато, говорит, для морозилки. Наверное, сломано. Не открывается. Так, а если пипа? Не может ничего сделать. Так, а это что? Нельзя? Я не знаю, что делать, что-то не открывается. Так, тогда по другому направлению опять же пройдемся. Я не знаю, что-то ни хрена она не работает здесь, на станции этой. Или что это вообще за комплекс? Так, ну у нас он было на всего два прохода, да? Либо попрыгать, либо этот сам туда заходить. Но смысл? О, бляха-муха, хотят у нас теряется что-то вообще, нить. У нас есть лазерный ножик только, я не знаю, опять же таки, куда его. Не работает здесь. Что мы должны тут сделать? Так, бесполезно. Карту вставлять некуда. Не открывается. Что тут? Что с тобой делать? Так, тут ничего нет. Так, сейчас кровь вроде виднеется на этом самом, на стойке. Так, ну я думаю, раз нам дали ножик, возможно, это как раз уже подталкивает нас к тому, чтобы нападать на зомби всяких. Возможно, надо сейчас вернуться к лифту и попробовать еще раз туда зайти. Ну, интересная игра, да, вроде как, но этот самый, это очень-то тяжело как-то что-то отыскать из-за того, насколько, ну, тут неочевидно все сделано. Именно надо очень долго выискивать по пикселям где-то копаться, какие-то предметы не поднимаются, пока ты не присядешь вообще, вот, и начинается. Так, и что с тобой делать, господи, ну как тебе? Не работает. Карты нет. Нет. Чисто переключение режимов. То на селект у нас опять предметы. Выбираются пауза, она...
И в Африке пауза. Ну, короче, перенимай, ничего такого пока. А, что мы тогда должны делать? Пока у нас есть только ножик. Спрыгивать туда в пропасть, он сказал, не хочет. Возможно, еще раз вернуться назад, я не знаю даже. Ни радара, ни карты. Да, да, все вслепую, короче. Ну да. Чела Ла, кстати, озвучивает тот же актер, что и Барри Бёртона из Резидента. Некоторые называют даже это приключение там Барри в... Про что игра? Да пока не знаю еще. Мы проснулись в интеллигентной камере, короче говоря. Нашли робота, нашли куртку себе. Вот, и пытаемся сегодня теперь отыскать выход, получается, отсюда. Прошли к лифту, в лифте зомби. Оказался. И пока так еще мы... Мы не понимаем, опять же таки, как из этого комплекса выбраться. Ну, какая-то катастрофа произошла, и меня разморозили раньше, чем положено. Так, ну вот, оказались обратно в капсуле. Ножик здесь не годится. Что если ножик использовать здесь? Тоже не годится. Получается, ножик только как оружие, наверное, это саморабота. Дополнительное питание я включено, там функции восстанавливаются, короче. Понятно. Так. А ну-ка еще раз, если ли присесть. Дополнительное питание уже выключено, говорят, типа, нет смысла что-то менять. Ну, каких-то других фишек у нас нет. А, возможно... Возможно, на скафандра получится забрать, если я ножиком воспользуюсь. Я вот думаю. Не, так не работает. Тоже не работает. Замерзло, говорит, вообще полностью все. Не открывается. Ну чё ты пищишь? Ну я ж не знаю, блин, что делать, ну ёлки-палки. Чёрт подери. А пока я застрял, короче. Чат, уже 11.51, у нас сейчас через 9 минут выключение будет. Поэтому... Еще одна попытка, наверное, и все, и хорош. Так, еще раз, значит, мы никакой реакции. Так, а тут... То, не, ни хрена. Поехали, пипом. People!
Так, стоп. Он сказал, можно резать металл. Я не знаю, тут есть смысл что-то резать? Не, походу нет. Так, а если... Не? Не, нельзя. Что ж делать-то? Угу. Так, а можно воспользоваться ножичком или но рубануть нельзя ничего. Не, так не работает. Я тоже думаю, опять же таки, пройти ее надо будет, но это чувствую, понадобится либо бан читать он гайд или что-нибудь еще. Потому что я как-то вообще не вижу вариантов. Как это все сделать? Он этот пищит, а толку от него вообще. Так, не, опять туда ведет. Я не хочу туда идти, боже. Так, давай еще раз. Значит, это к лифту. Значит, это к тем помещениям, которые у нас расслаиваются. Ну-ка, сейчас. Так, еще раз. Не открывается. А что ж тогда? Что ж тогда делать там? Ну, то перескочить он не сможет, я на кого-то. Не работает. То же самое, если же из-за этого, да? Не, говорит, я не допрыгнул, говорит, должен быть какой-то еще путь. О, блин, ну это подстава, елки-палки. Я не знаю, тут вроде же как-то есть панелька, я не знаю, присесть надо или что. О, наконец-то, господи, антигравитационное устройство опять получил. Лол. What the f... так, ну ладно. Прогресс опять под конец нашелся, но надо решить, он как-то самое не убийца. Дополнительно еще. Бляха-муха, ладно. Пока не знаю. Короче говоря, вы поняли, тут надо, да, копаться и копаться, опять же таки. Как вам сделать еще, чтобы не это самое? То не забили меня. Тут ножиком не порезать, ничего. Так. Не знаю, как это работает. Пока не знаю. Все, чат, короче, 5 минут до выключения. Пора уже все-таки закругляться. Извиняйте. Потом немножко подрежу запись, опять-таки, куделку вырежу. И залью. Так что давайте тогда. До следующего раза.